Людмила Колесова в новый 2022 год вступила с чувством выполненного долга. Женщина решила пройти повторную вакцинацию. Говорит, ей важно чувствовать себя защищенной от страшного недуга. На мне лежит огромная ответственность. У меня две внучки-двойняшки по 3 года, поэтому мне нельзя болеть ни в коем случае. В третьей городской поликлинике обслуживается почти 70 тысяч пациентов из числа взрослого населения. Врачи особенно рекомендуют пройти вакцинацию тем, кто находится в группе риска. Это лица, имеющие хронические заболевания, и те, кто старше 65 лет. На сегодня здесь сделали прививку от COVID-19 свыше 55 тысяч человек. В настоящее время у нас ревакцинировано порядка 3000 человек. Кроме того, у нас есть маломобильные граждане, которых мы прививаем на дому. И также эти граждане изъявляют желание пройти ревакцинацию. На дому у нас маломобильных граждан ревакцинировано порядка 87 человек. Через 6 месяцев после первой вакцинации необходимо пройти повторную. Напомним, что повторную прививку можно делать любой из российских вакцин. Мария Илчан, события.